Я бы хотела узнать, в чем заключается разница между душой и духом. В частности, что происходит с душой и духом, когда человек умирает. Спасибо, Господи, вас. Чтобы это лучше почувствовать, надо так представить, что вот душа – это есть самое главное в нашем теле. А дух – это самое главное в нашей душе. Когда человек умирает, душа и дух, который внутри души, она покидает наше тело. Батюшка, а дух – это свойство души или это все-таки какая-то ее часть? Нет, это часть. Это есть средоточие нашего «я», и это есть то, что, собственно, и определяет наше поведение, наши склонности, наша обращенность к Богу. Так, подлинная молитва – это общение Духа человеческого и Духа Божия. Тогда, батюшка, а свойство душевной радости и духовной радости, тогда в чем оно происходит, эта душевная радость? Духовная радость – благодатного свойства. А душевная радость, она либо телесная, вкусно поел, обрадовался, душа радуется. Это душевного и телесного свойства.